Вот прямо над оврагом. Видите, овраг очень глубокий. Вот. И сапфирово-опаловое небо. Правда, и желтые сапфиры бывают. Редкие ценные камни. Вот посмотрите, красота. Ну, думаю, такие овраги, вряд ли подвесные мостики какие-то могут спасти от разрушения. Или для того, чтобы люди переходили. Когда проекты обсуждаются, то иногда такие абсурдные звучат варианты. Потому что системно в целом проблему решать надо, а не перекидными, перекидными мостиками, да. Вот, ну, выйдем, вот, посмотрите, какая красота. Вот иду. И сердце радуется. И душа поет. Хорошо?